ремонт автомобиля «Москвич 408», издание второе дополненное. Клюев, ты как мог так своего начальника поставить, а? Скажи мне, где ты нашел эту колымагу? Где ты ее взял? Хуже, чем моя. Да это не я, это перепелец, он у деда выпросил. Перепелец сгниет в нарядах. Что, болит? Да чешется, зараза. Это хорошо, Вася. Значит, рана заживает. Который сейчас час? Так, пора бы уже. Глеб, а ты уверен, что ты все правильно сделал? Уверен. Тогда почему никого нет? Тихо, тихо, вон. Вон, смотрите. Да, это она. Не суетись. Спугнешь. Глеб, ну правда, ну чего мы ждем, а? Зара не одна все это проворачивает. У нее есть покровитель. Вот она как раз сейчас ему звонит. А вот теперь давай потихонечку за ней. Пора. Уходим. В чем дело? Что вам нужно? Вы арестованы. Интересно, за что это? За кражу иконы, а дальше посмотрим. Какую икону? Вы себе, молодой человек. А насчет этого что скажете? Выходим из машины. Из машины выходим. Нам руку подать? Идите сюда, к машине лицом. Руки. Не дергаться. Выше руки. Глеб! Стоять! Глупо. Что я тебе говорю? Я же дверь закрою. Сюда. Стоять! Дурак, что ли? Стой! Подъем! Я требую адвоката! Вы не имеете права! Я собиратель старины! Охотно верим. И гарантируем, что скоро с вашей коллекцией познакомятся сотрудники Следственного комитета. А вот, кстати, один из них. Шниц Яков Александрович. Молодец, Клюк, молодец.